Друзья, доброе утро. Я традиционно начинаю записывать видео с нашего балкона для того, чтобы вам показать погоду. И она сегодня шикарная. Светит солнце, практически безветренно. Как я это определяю, смотрю в окно, колышется ли трава. Вы просили в комментариях, чтобы я больше указывал деталей на всякие цены и мелочи. Но мне кажется, я и так стараюсь это делать. Я уже тут немножечко подзагорел. Вот смотрите на мою руку. Катюш, помоги мне чуть-чуть вверх поднять майку. У меня прям водительский загар. О, граница. И у Катюхи, смотрите, тоже появился след. Болит? Если прикасаться, нет? Болит. Вот тут у тебя прям красное-красное. Давайте я алоэкой намажу. Хочешь? Я алоэкой намазалась перед сном, я сейчас хочу вот СПФ-кой. А, давай. По поводу своего самочувствия, ну, вроде получше все стало. Я вчера целый день пил грамидин, дофига воды. Вот сейчас проснулся, не так сильно першит горло, как это было вчера. Надеюсь, через пару дней вообще приду прям в норму. Вчера на созвоне просто захрипел и не мог встречу до конца довести. Потому что прям... Сейчас я резко опять переключусь на тему погоды. Будет очень жарко. Катюш, я на камеру сказал, просто смотри в окно. Если трава не колышется и светит солнце, значит пипец будет вообще. Я когда не пипец был, обгорел. Потому что мы катались на байке, ветер был прохладный, и казалось, что не жарко. Казалось, что солнце не светит. Оно, кстати, светило, но только через тучки. Ну, то есть не сильно ярко было. И мы катались, я жары не чувствовала, мне было даже прохладно. А потом утром просыпаюсь и понимаю, что у меня плечи болят. А тут уровень солнечной активности на 5 из 10. Вот вчера было, позавчера. Блин, а вот в такую погоду, мне кажется, все 10. Да. И пипец моим плечам, но я специально сейчас накину рубашку. Я мажусь, не знаю зачем, если вдруг мне станет жарко, я ее сниму, чтобы СПФ-ка была. Да. Но так я буду в рубашке, пока у меня не пройдет. Вот покажи свою вавку на ноге. Ай, блин, как это выглядит-то не очень. Ощущается, поверь, не лучше. Я опять же повторюсь, в прошлом видосе говорил, очень плохо здесь рана затягивается из-за влажности. И просто интересный факт для вас. Я когда работал в Aviasales, одно из моих жилищ находилось ровно вот здесь. Сейчас там происходит ремонт, там огромная квартира, около 100 квадратов. И у меня даже в соседях был на несколько дней такой блогер Бродяга Фишай. Может быть, вы его смотрели или смотрите. Постоянно сидел, что-то монтировал, тогда я видосы еще не снимал. Немножко странно смотрится елка и вот такая жара. Блин, классно сегодня, Катюнь. Вообще, зажаримся с тобой. Он наш дружище. Что, погнали? Сначала покатаемся, потом поедим. Как сидится? Как, что, жарко, да? О, ну все, началось это время. У нас сегодня с тобой завтрак, это просто выпить кофе. Ну, потому что я вчера пиццу нажрался на ночь, и мне кажется, она до сих пор еще не переварилась. Поэтому у нас вообще все по лайту. Знаешь, но днем что? Захочется. Мне кажется, у меня скоро загар будет вот такой вот здесь. Вот, вот эти штуки. Это не проблема, потом на пляж сходишь и ты загораешь. Все сравняется. Ну, вот кофе здесь жарко. Отличный, мне, кстати, понравился. Ну, такое. Тебе нет? Ну, хочешь, в другое место поедем? Да-да-да, открыто, в 11 открывается. Может быть, даже те же официанты здесь. Окей. Кофемашина не работает. Сори, окей. Смотрите, какая тут вкуснятина. Всякая пармская ветчина. Колбаса. Вся вот эта запрещенка. Ну, цен тут нет, только если в менюшке посмотреть. Ну и куча винища. Даже не знаю, хороший или нет. Вот так вот смотрите, на стоп-кадр жмите. Я-то не пью. А я пью, но не разбираюсь в вине. Не, ну я могу тебе взять потом бутылочку вина на балкончике. Спасибо. Зажжешь свечечки. Спасибо, что разрешил. Всем еще очень нравится, как ты выглядишь в шлеме. Сама стройненькая, худенькая и здоровенная такой. Как-то знаешь мультик, где нарисован непропорционально человечек. Бедная собачка. Пристегнули ее. Самый санцепек. Ну, мы заехали в Tesco Lotus, Катюша водички, а я попробую протестить, какое здесь капучино. Оно здесь совсем недорогое. Сейчас вам покажу. Вон вывеска. Горячая. Так, так. 35 бат. Тут и макеато есть. Ну, наверняка оно не такое вкусное, конечно, как в кафе. Но все равно
Я за тысячу. Я хочу потом Катюне купить вот этот фрукт. Мне он очень нравится. Когда чистится тонкая скорлупка, немножко на чеснок похоже. Классно, кстати, что теперь не стробит свет. Поставил 50 Гц на камере. И все отлично. Возьму две водички еще у нас с собой. 7 бат, 0,5. 89 бат. Окей. А конечно, но кто еще? У меня денег нет. Я бедный человек. За 35 бат вообще все под ключ. Кайф. Надо потом еще заценить вот это мороженое Passion Fruit. Сейчас я поближе покажу. Ну да, это фруктовый лед. А меня радует, знаете что? Вот здесь есть вот корнетто, которое мне понравилось в России. Сколько? 35 бат, да? А этот фруктовый лед 45. Заценил? Ну так, хрень за 35 бат. Ведь можно, но второй раз не возьму. Ну там, конечно, гораздо вкуснее, но и дороже. 2,5 раза. Ну, такое легенькое. Не то чтобы растворимое, но все равно. Чуть горчит. Катюхе повкуснее кофе. Дай поближе покажу. А тебе на вкус как? Немножко горьковато, но лучше, чем твой капучино. Согласен. А еще знаешь, что я хочу? Себе часы купить. Меня бесит, что у меня их нет на руке. Я постоянно не знаю, сколько времени. По идее, на байке они должны быть. Но кнопка вот эта не работает. Надеюсь, что-то видно. А я Катюшу привез на перевал между Равай и Катой. Красота. Жалко, у меня нет дальнобоя. Поэтому не могу вам показать прям вблизи, что там происходит на горизонте. Ну, вот так вот примерно. Так, листочки немножко мешаются. Сейчас еще отойду вправо. Вот такая красота. Смотрите, сколько зелени. Красивущий. Доехали до Патонга, столько полиции было. Раньше такого, конечно, не было. Два раза пришлось показывать права. И один таец полицейский вообще такой смешной. Он все проверил, так и говорит, все, все, у тебя все в порядке. Андрей любит болтать. Да, я же любитель поболтать, вы это знаете. Я говорю, что сегодня очень жаркий день. Он такой, не, вообще не жаркий. Потом мы начали сравнивать свои руки. Он показал свои чернючие, очень сильно угорал. Забавно было. В общем, здесь они, ну, достаточно такие дружелюбные. Даже недостаточно, а очень дружелюбные. Вот, и мы находимся сейчас на Короне. Тормознули попить, очень жарко сегодня. Именно здесь, на этом пляже, снимали «Орел и Решка», когда Ивлеева ходила по песку. Он вот как раз вот в этой части находится. Сейчас мне туда лень, конечно, идти. Сейчас, наверное, уже в сторону дома поедем. Давай просто полотенце купим и все. И будешь здесь лежать. У меня коврик есть. Но все равно надо полотенце, чтобы вода стекала. Потому что у тебя коврик, он не впитывает воду. Я все думал, есть ли тут солнце днем? Ну, типа домики вокруг. Думал, может, тень? Да, что там плывет. Где? Листочек? Нет. А что? Роза. Ага, вижу. Блин, денек сегодня огонь. Так классно покатались. Сейчас пойду уже работать. Катюша будет заниматься своими делами. И потом привезет мне чего-нибудь вкусненького. Да? Из Викафе. Мы так никуда и не заехали. А ты можешь внутри как раз посидеть? Где? В самом Викафе. Мне интересно, у нас убрались или нет. Сейчас проверим. Мне немножечко лень, на самом деле, сейчас ехать куда-то. Но поесть там надо. Слушай, ну у нас убрались. Знаешь почему? Да, нету. Потому что вот этой штуки нету, да.
Штуки, блин. Я как ты стал говорить, все штуки, штуки. А, нет, она просто на полу валяется. Ой, прекрасно. Отличный лайфхак, чтобы не убирать. Она просто слетела. У нас там просто мусора уже столько. Да, у нас не убираюсь. К сожалению. Ты ее вот это все равно вешал? Не, майкапрум я делал. Да, я не знаю, как она слетела, может ветер. Ну сейчас я убираю, ты работать будешь. Не до уборки будет тебе. Ну все, друзья, рабочий день окончен, теперь можно развлекаться. Сейчас жду Китянского, она должна привезти еду. Я спущусь к парковке, где у нас стоят байки, там есть столик, и мы все дело точим. Понятия не имею, что она мне заказала, для меня это будет сюрпризом. Ну и параллельно тут распробовал Швепс. Новый вкус, пайнэппл, мохито и при этом без сахара. Вот, показываю. Не знаю, продается ли такое в России, мне очень зашло. Если найдете, обязательно попробуйте. Напитки пью теплыми, потому что у меня еще горло не прошло. Ну и хотел вам еще показать свою руку при таком освещении. Прекрасно видно, что она у меня красного цвета. Вот такой у меня прекрасный водительский загар. И в ближайшее время мы, конечно, исправим эту ситуацию. Как только перестанут лить дожди, мы будем с утра ходить на пляж. И выровняем все это дело. Все, в принципе, я буду собираться. У меня все просто. Рюкзак, сюда ключи. Зарядки, что-то у меня еще есть, провода всякие, батареечки, и все, можно выползать. Много времени на сбор я не трачу. Я выполз на улку, так тепло сейчас, ребят, в одной футболке прям супер комфортно, хотя вчера было холодно, и мы надевали толстовки. Понятно, что когда поедем на байке, их снова нацепим, но вот гулять было немножечко прохладно. А, во, и Китянский приехал, смотрите, момент, когда я записываю это видео. Еда! Ура! Давай вточим. Ты заметил, как тепло? Я через Найхарн поехала случайно от Wine Connection по этой темноте. Я честно случайно, я по дороге еще до конца не запомнила. Страшно было? Там, где фонари, нет. Когда фонарей не было, я боялась только из-за одного. Я боялась, что я могу на змею наехать. А, после того, как мы вчера увидели? Да, потому что там темно, ничего не видела. Ты чувствуешь, как тепло на улке? Да, чувствую. Сегодня теплее, чем вчера. Я об этом начал говорить. Ну, я взял тебе, если что, вот, кофтей. Спасибо. Ну, для того, чтобы ты не забегала наверх. О, тебе целый пакетище дали такой. Да, там дальше вот это. Блин, я так рад, что ты и кофею взял. Потому что я тебя не просила об этом. Я просила хот капучино. Берри, хот капучино. И вот. Ой, ты какая молодец. Ты мне пиццу, что ли, заказала? Пиццу, да, и себе взяла вот такую фигню, не знаю, что это. Но это ризотто с чем-то. Ризотто вообще классная тема. Да. С чем-то. С мясом? Ну, с каким-то мясом, да. Что-то мяса вообще мало. Да, не знаю. После того, как мы там заказывали ребра. Она спросила, вообще... в отеле мы или нет, я сказала, да, в отеле, она говорит, рекомендую разогреть. Но я пока доехала, он еще горячий. Красиво. Сорян, я просто на байке. 200 гнала, да? 50. Спасибо. А ты не боишься, что я толстый буду? Целыми днями пицца есть. Толстый. Я толстый? Че, серьезно? Да нет, ты не толстый. А еще у меня один момент есть, Катюш. Я включил твой байк, и у тебя... Да, как там бы, одна, я знаю. Моргает уже? Да, я знаю. А если бы ты где-нибудь тормознула на Найхарне? Я смотрела, она еще не моргала. Она начала моргать, вот. А я просто подумал, ты как типичная девчонка, думаешь, что один раз топливо залил, и все, можно забыть про это. Нет, я знала, я хотела заправиться, но я думала, либо еда, либо заправка. А не до 10 работаю, что то, что то. Не, ну еда важнее, если что, мы на мой байк прыгнем тогда. Поэтому я не стала заправляться. И плюс, знаешь, сколько у меня было денег? У меня было 950 бат. А еда была 880 бат вместе с капучино и латте. И 70 бат я оставила чаевых. Все, у меня теперь только мелочи осталось. Там 10, 5, рубль. Ну, бат один. Я тебе завтра дам еще денег. Конечно, дашь. Вообще, на самом деле, я себе купила только коврик. И штуку в байк, который ты потом себе заберешь в машину. Да. И все, все остальные деньги, которые ты мне давал, все ушло. Вот я каждый день... Не, я ничего не говорю. Все, мы все вточили, едем кататься. Сейчас Катя говорит, а как же мы с тобой будем справлять Новый год? Вот у нас там на фоне елка, в шортах, плавках, там, не знаю, в чем. Купальники. Угу. Не вяжется вообще с такой жарой елка, скажи. Да. Мы наконец-то, хоть за весь день меня тьмок. Ты сидел, работал. Как задрот, да. Угу. Зазгузилась. Хотя мы полдня пролежали на одной кровати, но только я монтировала, ты работала, как будто я отдельно. Мешал?
ты? Да. Нет. Ты постоянно с своими коллегами угораешь, чего ты смешное обсуждаете? Да, это бывает такое. А это у нас фото-кафе. Смотрите, пока. Ой, сколько ж вас там, ребятушки. Здесь котов зовут Катита. Да я шучу. Да, конечно. Дружище. Да, классно. Ну что, классный целый у нас день получился. И все заканчивается танцами твоими. Вообще очень здорово. Сейчас время 12:30. Мы приехали на Аравайское побережье. Слушаем шум волн, тепло, хорошо. Мне просто нравится эта атмосфера. Угу. Скажи. Вообще кайфово. То, что вечером можно так спокойно прогуляться, постоять, посмотреть, послушать воду. А в Москве чего? Мы всегда в тачке гоняли. Ну, то, что холодно. Ну, холодно, конечно, да. Выходить неохота. Ты помнишь, да? Шапка продувает тебя всего. Ты хочешь быстрее. Ой, ты сейчас меня так сожмешь, я пукну. Вот. Смотри, суперстар массаж. Забавно название. Блин, я так рада, что у меня голова сейчас чистая. Вам, наверное, неинтересно, но я себя офигенно ощущаю, когда у меня голова вот прям только-только вот высушенная. Мне так это нравится. Плюс 70% моей уверенности в себе. А в Таиланде мне вообще пофиг, какая у меня башка. Но у меня, как правило, чистая. У меня потрогали. Я так помыл ее. И воспользовался тем шампунем, как впервые. И мне так нравится, что это ветер такой прохладный. Ну, то есть не сильно душно сейчас, не сильно жарко. Да. Что у нас тут по воде? А, ничего не видно.